рядом в этой же реке женщина стирает белье. Все это невыдуманная ситуация, это действительно город, который называется Варанаси, и он находится в Индии. Я, к сожалению, еще не была в этом городе, но очень бы хотела его посетить. Но у меня есть история моего знакомого, который был там. И вот он зашел в один храм, и монах ему дал стакан воды, и тот его выпил. А по прошествии 3 месяцев этот человек заболел. Сейчас ему уже отрезали часть легкого, и он лежит в больнице. Да, действительно, бывают шокирующие страны, бывают разные путешествия. И я считаю, что нужно к каждому путешествию готовиться. Вскоре мне предстоит поехать во Вьетнам. Это менее шокирующая страна, но со своими удивительными историями, со своей удивительной историей, со своими удивительными фактами. И мой, наверное, главный совет каждому из вас – это перед тем, как совершить какое-то действие или путешествие, всегда нужно готовиться, всегда нужно изучать культуру другой страны для того, чтобы не случалось подобных ситуаций и чтобы всегда сила была на вашей стороне. А знание – это сила.